Hello? Hello? Can you hear me? We hear you fine. Beautiful studio. Very nice studio. Look at these monitors. Fortunately, we didn't achieve such a perfection in our Moscow studios. Well, can we try? Sure. Алло? Алёша? Поставьте ребёнка на ящик. Так, хорошо, спасибо, спасибо. Теперь, пожалуйста, поближе ко мне. Куда вы убежали? Что вы делаете? Поставьте ящик. Послушайте, остановите ящик. Уберите ребёнка. Мой первый вопрос связан с Рябчинским. И не столько чисто хронологически, хотя и мне тоже очень интересно, как начиналось все, сколько чисто теоретически, что такое быть артистом в видеоарте, как работает артист в пространстве видеоарта, нечто иное, чем в других формах фильмов, кино, что специфическое в этом? Конечно, это совершенно иное. И для меня это была большая школа. Школа и для моей работы как режиссера с артистом, и я сам был подопытным кроликом. Я был артистом, ассистировал ему в режиссуре, и для меня это было все вновь, потому что тогда это все делалось на хромакее. Сейчас-то все понятно, известно, тогда это было все вновь. И для меня было очень странно, потому что я должен был общаться с невидимыми партнерами, например. Я должен был реагировать на невидимых партнеров. А, например, в сцене в оркестре, когда я иду по доскам под Альбинёни, это было снято практически все одним кадром. До этого он снимал отдельно каждых на досках. И потом я должен был пройти весь этот путь, не задевая никого и реагируя на каждого. Я получал приблизительно 7 команд одновременно. Это 6 минут по времени. И это снималось приблизительно часов 15-16, насколько мне известно. Дошло до поздней ночи, мне нужно было на репетицию на следующее утро. Я сказал, я иду спать, у меня репетиция. Я пошел спать, я вернулся после репетиции, и только тогда удалось это снять. Это было очень трудно. Но это было безумно интересно. Потому что оценки, это то, что для меня определяет главное в актерском мастерстве, уровень оценки, индивидуальность, где проявляется актерское это самое главное. И это требовалось от меня, как от артиста, когда я ходил по этим доскам. Это в основном были оценки. Оценивали каждого, кто попадался мне на пути. А так попадалось много разных народов. На разные народы мне говорилось только, вот сейчас ты видишь этого, теперь остановись. Теперь ты должен пройти сзади. А при этом шел определенный счет, который, ритм которого должен был идти. Это было безумно интересно. Безумно интересно. И вот эти 6 минут, конечно, те, что вылились в репетицию 15-16 часов по времени, не репетицию, а в пробы, желание это все сделать, конечно, это для меня стало очень большой школой и как для артиста, и как для режиссера. А ваш первый опыт с ним был Степс, экскурсовод? Да, это были ступени, да, по-русски ступени. Это меня пригласил он, это по рекомендации Славы Цукермана, который приходит часто к нам в театр, и он был, стал поклонником нашего театра. Он рекомендовал меня Рябчинскому. И когда я пошел к Рябчинскому, он сказал, знаешь, у тебя, наверное, час понадобится, начало и конец. И когда мы сняли начало, он подошел ко мне и говорит, знаешь, мне все-таки хочется это провести твою линию через весь фильм. Как ты насчет этого? Мне очень интересно. Я тогда ему сказал, дай почитать сценарий. Говорит, у меня нет сценария. Мы будем импровизировать. И мне давали просто
кусочки текста. Я их выучил, значит, шел к следующему эпизоду. И это было мое первое знакомство с Лепчинским. И ступени, конечно, очень интересный тоже момент. Тоже связано было очень много с тем, что там было много, накладывалось одно на другое, и нужно было реагировать на то, чего не было. Но, конечно, Кафка-то снималась уже в High Definition, или, скажем, оркестр в High Definition, где нужно было, где много разных возможностей, таких, каких не давало это, эти возможности не давало простое телевидение, то, что, на чем снимали ступени. Это мы снимали на Манхэттене. Это была студия где-то в даунтауне, не в даунтауне, а на Вестсайде, где-то на 30-х улице, которую они снимали, там мы это снимали, все это делалось. А вот уже все остальное снималось в Хабокане. Это была сделана им самим студия, это все снималось на ремонт-контроле. Это все было очень синхронизировано, потому что снималось практически в пустом синем пространстве, которое потом соединялось с макетом. Делались разные макеты, и все вот то, что мы видели в Кафке и в оркестре, это все макеты. Это нереальный интерьер. Это нереальный интерьер или экстерьер. Так что это то, что им открывалось. И это для меня это был в чистом виде такой телевизионный театр, только что это снималось на пленку. Потому что кино мы привыкли, это всегда что-то реальное. Это значит, мы в реальных обстоятельствах. Вот трава так трава, там, крыша так крыша, небо так небо. Плаваешь, не плаваешь. А тут я сказал впервые, я говорю, вот недостаток, я должен поцеловать кого-то, я целую пустое пространство. Мне бы хотелось это же по-настоящему. А партнерша я могу даже и не видеть, которая получает этот поцелуй. Но то, что на меня произвело впечатление, что он с вами начал работать еще на ступенях, а потом уже у вас примерно 6 проектов. Видимо, он любит работать с постоянной командой. У меня в действительности 6 проектов. И да, он любит работать с людьми, но опять-таки, артисты могут быть разными. Но у нас с ним сложились другие отношения. Я был подопытным кроликом. И он может сказать, что он не очень любит работать с артистами. Ему больше нравятся технологии, ему нравится. А с артистами добиваться чего-то он не любит. Он говорит, вот ты должен пройти от пункта А до пункта Б, здесь остановиться, посмотреть и сказать «ах». И каждый артист пытается понять, а почему это, что я в это время делаю. Ну, простые вопросы, почему я должен остановиться, сказать «ах» и прочее. Я как-то это адаптировал для себя. И дальше я уже работал с другими артистами, объясняю, что это значит и каким образом нужно, потому что он очень злился, если кто-то формально прошел. А ты, говорит, ты чего, говорит, проходишь как манекен, ты должен играть что-то. Говорит, что играть? Он говорит, а не важно, что ты играешь что-то. Тогда уже возникало совсем другое. Я вот тогда просто объяснял, каким образом он работает, потому что я как-то его в этом смысле внутренне понимал. И мы много разговаривали, беседовали, обсуждали это. Поэтому я, кстати, в Кафке я не должен был играть. Должен был играть совсем другой артист. Он вначале появляется как отец, тот самый, который повесился там вначале в Кафке. И я не должен был играть. Он сказал, знаешь, мне нужен чистый английский язык, и все. Ну, тот артист и записался на своем чистом английском языке. Наверное, он давным-давно ушел. А потом... Но я его не видел. Что-то у них не заладилось. Хотя почти все время стоял в передней. Он мне же говорит, ну ты... Но и здесь его нет. Как ты мне... Может быть, он где-то спрятался. Появился, там так появился персонаж, судя человек. Судя по его виду, от него можно ждать чего угодно. А если думать в терминах его собственного изменения, за эти 6 фильмов в нем что-то менялось? Может, он спрятался тут? Нет? Всегда. Для него технология, вот это тоже для меня очень важно, и это важно в театре, как мне кажется, и то, что совершенно... о чем совершенно не думают иногда некоторые мои коллеги и прочие, что технологически все разъясняют, я не технолог, я не... Это технологически меня не интересует, я занимаюсь артистами, вот это живой театр и прочее. Театр меняется. Театр не был в античное время, он был другим.
при свечах он это совсем другое. С электричеством появилось что-то третье, с механикой сцены появилось что-то четвертое. А сейчас новое, сейчас новые технологии. Он находит, я говорю, что тебя так интересует, что тебе больше, техника, технологии или живой? Он говорит, живой он говорит. Просто технология для меня инструмент современный, которым я могу достичь то, чего, что мне нужно достичь. И мне кажется, вот это необходимо всем нам учитывать, что мы живем в 21 веке. В 21 веке, где вступает в силу все. И интернет, и телевидение другое, даже телевидение какое-то совсем меняющееся и прочее, интерактивные какие-то вещи. Все это становится достоянием вот нашего времени, и игнорировать это, считать, что этого нет, закрыть глаза, все равно, что ездить на лошадях, в повозке, в карете, когда уже давно бегают автомобили. А что вы репетировали в театре, когда была ваша первая работа с Рибчинским? А когда была моя первая работа? Ну, вы сказали, у меня репетиция. Я... Нет, это было на оркестре. А это было на оркестре? На оркестре. А и что на оркестре? Да. На оркестре в то время, сейчас я вспомню, что я репетировал. А, я репетировал «Человеческий голос», и это был такой, две одноактовки соединены вместе. И такую «Кто?» «Как-то», да, и Вилсона «Ики-ики-не-не-не». Есть такая одноактовка у него, очень смешная. И они очень подходили, потому что я это делал через окна. У меня как бы вся сцена, это было... экстерьер дома какого-то и окно. И вот сквозь окно мы видели, что происходит в одном, а потом, что происходит в другом. Оно менялось, только внутренний интерьер менялся сквозь это окно, и дальше понятно было, что происходит. Это интересно было для меня, для артистов, потому что совсем другая какая-то пластика, когда ты смотришь, как подглядываешь в окно. Но это было времен еще вашего театра. А времен театра, Theater, да. In Action. Theater in Action, да. И вы еще там делали достаточно много классики. Камю, Чехова достаточно. Да, я делал Чехова, я делал Уильямса. Камю, я делал Теннесси Уильямса, да. Это я делал Гоголя, у меня шла женитьба Гоголя, Джека Лондона я делал. И у меня были современные пьесы. У меня была пьеса «Год рождения Господа Бога нашего» в году 1945-м, Магуайра, Майкла Магуайра. Очень, с моей точки зрения, интересная пьеса, и, к сожалению, не все не понятые. Вот. Но это был абстрактный театр, абсурдный театр. Тогда, сейчас это уже, наверное, не вызвало бы какого-то такого ажиотажа и удивления. Тогда это было непонятно, немножко пугало народ, зрителя, и иногда даже было, когда кто-то произносил там какое-то имя, вдруг мы слышали в зале. Кто? Но это ваш театр была некая попытка сочетать репертуарную модель, скажем, русскую репертуарную модель все-таки с экспериментальной студийностью. Обязательно. Это были, во-первых, весь театр, это были мои студенты, которые пришли со мной из школы, где я преподавал, и тех, кого мы добирали, и тех, кто потом выпускался в студии уже при театре. Так что это шел такой какой-то взаимообучаемый процесс. Я тоже учился. И вот это шел, конечно, сплошной эксперимент. Даже если это была классика. Не такой эксперимент, как сейчас в современном театре бывает. Я до сих пор так считаю, что классику либо нужно играть, не ломая ей хребет, можно интерпретировать как угодно, но не ломать ей хребет. Либо нужно писать свою пьесу, либо цитировать классику. Вот мы видели недавно спектакль замечательный, я считаю, у Крымова. Это цитата, это какие-то вещи, цитирование классика и свой собственный сценарий, так скажем. Если не пьеса, то хотя бы сценарий. Да, это я принимаю. Но если это просто идет какой-то так выверт для того, чтобы показать, что непонятно что, или я сижу, ничего не понимаю и не могу никак к этому соотноситься, тогда я это не принимаю. Но классику мы тоже пытались это делать как-то по-современному, по-иному, не так, как когда-то что-то виделось, слышалось и прочее.
Ну, вы набрали труппу сначала из артистов из школы Сони Мур. Да. Сони Мур такая феноменальная фигура. Я встречалась с ее студентами. Студентами, да? Да, вот переводчица на спектакле Крымова училась в студии Сони Мур. Да, интересно. И, в общем-то, мне интересно, что за школа была? Достаточно долго существовала у Сони Мур книги. Вообще, что была за атмосфера там? А, сейчас объясню. А, ну, как объяснить? Соня Мур одна последняя, пожалуй, ученица Вахтангова, которая ушла из этой жизни. Прямая ученица Вахтангова. Она, правда, недоучившийся человек. Она вышла замуж за молодого чекиста и уехала с ним за границу, там, где он работал, занимался операцией «Трест». И, его называют дипломатом. Его тогда называли дипломатом. Но, тем не менее, он был НКВДистом, чекистом. И потом они вынуждены были бежать. Так коротко. Потому что он понял, что когда он вернется, это был 1939 год, понятно было, что с ним произойдет. А он тогда, они работали в Лиге наций, и из Италии они отправились в Америку. И здесь она его очень любила, этого человека. И когда он умер, она вдруг вспомнила, что когда-то она занималась этим делом и решила создать школу. И она создала эту, она женщина, он стал очень богатым человеком, очень талантливый человек был, экономист еще старой школы, и он стал очень богатым человеком, играя на бирже. И она создала эту школу, Сони Мур, и когда я приехал, я уже смотрел, куда мне устроиться, что мне делать. Ни понятия не имел, кто такая Соня Мур. Соня Мур. Я начал что-то лепетать по-английски. Я уже тогда поставил здесь спектакль в Америке и немножко говорил по-английски. Что-то лепетал. Она вдруг по-русски говорит: «Вы говорите по-русски?» Я говорю: «Да». Ну, приходите, мы поговорим. Я пришел, узнав, что она ученица Вахтангова и прочее. В общем, как-то сошлись. Но, к сожалению, в школе то, что она делала, это было любительским, так сказать. Как личность она была безумно интересная. История сошлась на ней. Я мог по ней просто рассказывать. Я даже книгу хочу написать как-то, если получится. Потому что то, что я рассказываю, вызывает безумный интерес. Это связано с историей Советского Союза, с ее собственной судьбой. И она была личность, образованная, безумно даже в старости красивая женщина. Просто какая-то аристократизм, какое-то достоинство. Вот то, что привлекало к ней огромное количество людей, в том числе и молодых людей, конечно. Но когда дело доходило до дела, я понимал, что дело серьезное. И я работал сначала, а потом я понял, что мне, наверное, придется туго. Мне лишь бы нужно просто уходить, а куда уходить непонятно, или что-то делать. И вдруг какой-то год попался курс, замечательный курс. Ребята, с которыми не хотелось расставаться. А дело в том, что у нее приходило много народу, начиналось что-то, мы чего-то делали с педагогами, приходила она, к сожалению, и этим все разрушала, и народ уходил. А тут мне было жалко с ними расставаться. Я тогда сказал им: знаете что, давайте, выходите, посещайте школу, а мы вот с этими отобранными людьми, я говорю, начнем что-то делать. Что-то попытаемся сделать. И вот так мы делали. Это было где-то года два. Они все посещали школу. Вдруг появилось много народу, вдруг появилось больше уроков и прочее. Но потом, когда мы стали уже, должны были что-то показать, открываться, я сказал, я должен пойти и сказать ей. Понятно, что я не пытался разрушить школу и прочее, но она очень по-другому это восприняла. И мы все, и мы расстались с ней, конечно. Вот. Но Соня Мур, как течение, как явление в какой-то школе определенной в этой стране, это не школа. А что школа, если говорить в терминах традиции Станиславского здесь? Потому что почти что все, каким-либо образом соприкоснувшись с ним, сделали школу. И где-то я вычитала, что вы считаете, что
американские адепты Станиславского провели очень хорошую линию по отношению воспитания актера? По-разному. Я считаю, что, во-первых, мне кажется, ну, в отличие, скажем, от Сони Мур, Ли Страсберг или Стелла Адлер или Майзнер, это были талантливые люди. То есть талантливый человек всегда может научить поделиться и прочее. Их интерпретация относительно Станиславского у всех по-разному. Они в разное время встречались с ним, они встречались с ним до того, как появилось то, что сам Станиславский к концу жизни, к чему он пришел, и к чему пришли главные его адепты, его ученики в Советском Союзе. Все это было разделено тогда железным занавесом. То, что творилось здесь, не доходило туда. То, что происходило там, не приходило сюда. Там здесь не понимают, что это такое метод простых психофизических действий или, скажем, действенный анализ пьесы и роли. Здесь этим не занимаются. Но здесь занимаются другим. Эмоциональной памятью и прочее, прочее. Но здесь что развито, это индивидуальный тренинг для артиста. Здесь, если педагог полюбит и увидит перспективу артиста, этот человек, студент, этот человек даже в доме будет жить. Они с ним будут работать круглосуточно. Такое было с Марленом Брандо и Стеллой Адлер. Она его просто поселила у себя. И каждый артист, даже знаменитый иногда, имеет персонального тренера, коуч. Это педагог, который работает и разрабатывает персональную партитуру для роли. Поэтому самостоятельной работе артиста в Америке уделяется гораздо больше времени, и это они сами понимают, что должны делать, чем, скажем, в России. В России общее образование. Меньше работают, и поэтому, например, с понятием «домашняя работа» там очень тяжело обстоит дело. Они просто не знают, кроме того, что иногда учат текст, иногда, не всегда. Иногда они считают, что текст учить вредно, так Станиславского. Станиславского было плохо с памятью, поэтому он учил текст по ходу роли, по ходу репетиции. И есть замечательный же случай между Неменем Ироевичем Данчиком, как там... Знаете, Владимир Иванович, что-то у меня сегодня не идет. Знаете, вот как-то что-то не хватает, на что Немирович сказал: Василий Сергеевич, нужно выучить текст. И все пойдет. И все пойдет. И все пойдет, да. Это. И вот как-то вот так это у артистов. Вот здесь они действительно, когда для меня было совершенно неожиданно, я мог выйти, делать один раз замечание, второй раз, а на третий раз. Появлялись слезы у женщин в основном, мужчины покрывались пятнами, я не понимал, что происходит. Оказывается, они нервничали, значит, у них что-то не получается. И они не понимали, значит, я понимал, что это они теряют работу, это значит, кто-то другой придет, это уже какое-то другое состояние у них, или, не дай бог, показать. В России показ – это нормальное явление, до сих пор я сам с удовольствием это пользуюсь, потому что я, как режиссер, всегда на себе проверяю, может, и чего требует того, чего не сыграть. Для них здесь это катастрофа. Это значит, что они не справляются профессионально со своей работой. Это вот такая вот, вот такой водораздел такой. И иди пойми, где лучше, где хуже. Талантливый человек с талантливостью – это индивидуальность. Никакая школа из среднего артиста, я считаю, гения не сделает. А вот если говорить о среднем артисте, то здесь больше упор на самостоятельную работу, в России больше упор на общую работу, на общих коллектив. Ну, если кому-то из России передать... В чем специфика, в чем характеристика, в чем достоинство театра в Нью-Йорке? Не будем говорить вообще об американском театре. Как бы вы это свели к нескольким предложениям? Не говорю о мюзиклах, не говорю о общепринятых точках для туризма. Я говорю о процессе театральном, в этом большом
и таком разнородном транснациональном городе. Да, я считаю, что с театром в Америке беда в нехватке режиссуры. Или в рамках, которые поставили себя здесь режиссеры давно и заранее. Это всегда упор на какой-то, всегда был на натуралистический театр. Даже не реалистический, а натуралистический. И это шло очень давно, это воспитывалось очень давно. Поэтому вот такое вот, умирание в актере, это то, что взято было из философии Московского художественного театра. А вот что касается актерского мастерства, здесь можно пойти посмотреть спектакль, где, да, вы увидите все, как в жизни выходит, но актеры играют совершенно фантастически, филигранно. С режиссурой современной несколько похуже. И современные режиссеры очень тяжело уживаются здесь, в этой стране. Талантливые режиссеры должны куда-то уезжать, где-то работать, потому что здесь с этим делом плохо. Не принимает и зритель, и не принимает критика. Как ни странно, критика тоже на это смотрит как-то очень подозрительно. Поэтому это всегда называлось в критике, всегда, и меня в этом обвиняли, тяжелая рука режиссера. Видна тяжелая рука режиссера. То есть, когда видна режиссура, это плохо. Но с другой стороны, есть же такие фестивали, как Next Wave или вот Lincoln фестиваль, куда привозят, в общем-то, самые не только лучшие всего мира. И публика это как-то воспринимает. Да? Согласен. Вот есть какая-то небольшая часть публики в Америке, которая ходит на фестивали, фестивальная публика, которая принимает или не принимает какие-то вещи. Но эти фестивальные спектакли идут 2-3 раза, все. И они разъехались. Держаться здесь долго, если мы говорим о национальном театре, это вряд ли будет. Мне кажется, процесс пошел, нет, вот с его Ванхова. Я лично думаю, что в этом сезоне лед тронулся. Его Ванхова сделал 2 спектакля. Это он на Бродвее, до этого он сделал. Да. Это 2 сейчас на Бродвее. Вообще последние 10 лет он работает. Я думаю, что появляется тонкий слой публики, который уже начинает. Да, но это опять-таки бродвейская публика, совсем иная публика. Это публика в основном приезжие, туристы, те, кто считает необходимым посетить бродвейский спектакль. И люди, которые могут позволить себе попасть на Бродвей, это большой праздник, раз. Где-то в год, может быть, дорогие билеты и прочее. Поэтому для них пытаются сделать какую-то такую экстравагантную какую-то. Все равно это доминирует еще мюзикл. Но, наверное, постепенно это будет приходить. Потому что появились не коммерческие бродвейские театры, которые тоже вносят свою какую-то лепту. Потихонечку, наверное, какая-то ситуация начинает доходить. Но в Америку, к сожалению, это доходит и дошло поздновато. То есть по сравнению с Европой, конечно, это все несколько отстало. А сейчас вы начали активно работать в Петербурге, в России. В Петербурге, во Владимире. Во Владимире. Да. Интересен мне стал ваш опыт, потому что это и текст, не только режиссура, над Довлатовым. Да. Довлатов это особый разговор мне привлек просто тем, что меня все убеждали, что это невозможно сделать, это невозможно поставить, особенно то произведение, которое я взял, наше. Они говорят, это литература в чистом виде, там нет драматической коллизии, там нет столкновений, там нет конфликта. Я был убежден, что есть. Но действительно это сложный материал для инсценировки. И ход, который, как мне казалось, верный, для меня единственно верный, для меня пошел такой девиз, когда-то я прочитал... Она серьезно болела. Вдруг вылетело слово по-русски, я бычу. Это... Некролог? Некролог, да. Некролог, где Арьев, специалист по Довлатову, исследователь Довлатова, назвал этот некролог «Театр одного рассказчика». И это дало мне ход, это дало мне ключ, где соединяется несоединимое.
театр и рассказчик. И вот когда я понял, что главным действующим лицом в этом спектакле должен быть сам Довлатов, распределенный во всех персонажах, не только в актере, который играл персонажа по имени Сергей, но и в матери, и в отце, и во всех. Все женские и мужские роли – это один и тот же персонаж Довлатов. И когда мы это распределили, все вдруг как-то сложилось и сошлось. Поэтому я не знаю, удастся ли мне что-то найти другое в других произведениях Довлатова, потому что он всюду там главное действующее лицо, повторяться не хочется. Ну, будет всегда такой, от первого лица. От да. первого лица и всегда он в каждом. Он в каждой был, это он. Он прослеживается даже в тех персонажах, которые, кажется, существовали в реальности. Но это сквозь призму его восприятия, и это все равно получается он. Вышел с ума, сошли, вышел с марта, вы бригадир, какой бригадир, вы что, иностранцы,